Всем доброго времени суток, с вами Assaulter47 и это мой очередной видеоурок по флиппингу. В этот раз мы поговорим о нескольких элементах, носящих общее название тамбролы, или обороты вокруг большого пальца. Первый из них – Y2K Rollover. Выглядит он следующим образом. Y2K – элемент начального уровня сложности, первый для изучения в классе ролловеров. Перейдем к его выполнению. Держим нож обратным хватом за опасную рукоять указательным и большим пальцами. Вот так. Отпускаем безопасную рукоять и клинок. Одновременно с этим делаем небольшое движение кистью на себя, закидывая рукоять на большой палец. Научившись делать эти действия в один шаг, пробуем делать первый ролл. Чуть раньше момента касания вашего большого пальца безопасной рукоятью, на мгновение отпускаем опасную рукоять. Нож выполняет ролл, то есть оборот, вокруг большого пальца. Сразу же ловим безопасную рукоять остальными пальцами. Большой должен оставаться на месте. И немного наклоняем кисть, переводя нож в вот такое положение. Убираем большой палец, открываем нож. Второй – Zen Rollover. Выглядит он следующим образом. Zen Rollover по своей сути является тем же Y2K, только выполняется он в другой плоскости. Поэтому заострять внимание на его выполнении мы не будем. Просто выполним аналогичные Y2K Rollover действия, только в горизонтальной плоскости. Существуют особые, реверс-версии вышеупомянутых тамбролов. От обычных они отличаются направлением, то есть выполняются наоборот. Разберем их на примере реверс Y2K. Выглядит он так. Реверс Y2K – элемент уже среднего уровня сложности. Однако, требует от вас только понимания сути ролловеров. Перейдем к его выполнению. Держим нож прямым хватом за опасную рукоять. Примерно вот так. Отпускаем безопасную рукоять. Затем закидываем ее на большой палец. По аналогии с обычным Y2K делаем ролл, ловим безопасную рукоять указательным и большим пальцами. Для облегчения ролла можно немного поднять кисть к себе. Реверс Zen Rollover учим по аналогии с реверс Y2K. На этом все.